Парни, всем привет, с вами Дава Дым, и мы в кальянной ГС Лаунж, город Ростов-на-Дону. Как вы видите, у меня здесь табак Альшаха, и есть две коробки от компании Стархука. Эти коробки я забрал сегодня утром, и честно, я не открывал, и я даже не представляю, какие там могут быть внутри кальяны. Поэтому чисто первое впечатление, первые эмоции. Давайте, собственно, все это открывать. У нас есть одна коробка поменьше, но максимально плотная. И давайте, наверное, начнем с нее. Я просто по-варварски сейчас все это открою. Так, чтобы это было все по-быстренькому. Я ни разу не слышал про компанию под названием Стархука. Скорее всего, это какие-то новые ребята. И они прислали свои кальяны, чтобы я поделился мнением о их продукте и, возможно, высказал что-то интересное. Ага, я здесь вижу две коробки. То есть в одной коробке две коробки. Так, значит, у нас здесь три кальяна, а может и четыре. Потому что я не знаю, что может быть в той коробке. Судя по упаковке, это обычная транспортировочная упаковка. Да? Так. Главное, не пере... Пика. Короче, давайте разбирать. Да, здесь два кальяна в одной коробке. Это Стархука. У них вот такой вот логотип. Всеми известная, всеми юзанная, стандартная первая коробка. Очень дешево, очень практично, да? Гораздо лучше картонных, гораздо лучше вот этих ДСПшных, блядь, крафтовых боксов, которые нахуй разваливаются, и просто производители таких боксов вложили хуй на конечного потребителя, да? Что мы здесь видим? Мы здесь видим всю нужную информацию о производителе. Это Инстаграм, контакт, почта и номер телефона, на который ты можешь позвонить и сказать «Привет». Да. Номер я вам покажу, можете прямо сейчас звонить и говорить привет. Так вот, давайте, собственно, сзади есть модели. То есть изначально здесь 4 модели. У меня первая модель — это Спика. А вторая модель — это Орион. Вот Спика выглядит по-бомжатски название. Я, наверное, могу сказать, что здесь какая-то либо палка, либо что-то похожее. А вот Орион... уже как-то по-блатному звучит, да? Что-то интересное, такое загадочное. Ладно, давайте. Давайте сейчас мы их чуть-чуть подвинем. И откроем вот эту коробку и посмотрим, что внутри этой коробки. А потом все это будем дружненько, весело собирать. Так. Как я понимаю, это только транспортировочная коробка, а это уже как бы коробка продукта. Так. Мы тут... Бля, я подумал, ребята сюда положили стекловату. Так, ладно, давайте смотреть. Так, куча коробок, картона, чтобы ничего не болталось. Есть! Это реально, бля, ебаная стекловата. Ну, похоже. Ёб твою мать. Все, ребят, это мы откладываем на попозже. Это просто... колбы. Что-то я губу раскадал насчет трех кальянов. Ладно. Давайте открывать модель Спика, а Орион оставим чуть попозже. Так, мы открыли. Первым делом мы видим поролончик. Ух ты. Прикольно. Желтого цвета. А вот, короче, хуй угодишь. Реально, хуй угодишь. Вот прям реально. Раньше я говорил, типа, бля, желтая шахта, черное основание, выглядит как-то по-бомжатски, блядь, но основание в цвет шахты выглядит тоже по-бомжатски, как бы бомж, да, то есть, ну, реально, игрушка, то есть, я, скорее всего, соберу и посмотрим, что из этого выйдет. Так, здесь, как я понял, у нас продувчик сверху, снизу очень много рабочих дырочек. Это все пластик.
Да, это реально все пластик. Да, это все пластик. Прям реально все пластик. Так. Это у нас, скорее всего, верхняя погружная шахта. Ой, верхняя шахта. А это нижняя погружная. Все это сделано из АИСИ 304. Очень хорошо наполировано. Учитывая даже то, что этот кальян, то есть эти трубки будут скрыты под декоративными шахтами. Так, идем дальше шмонать, что у нас есть в коробке. У нас есть шарики. А почему-то 4 черных, 1 зеленый. Скорее всего, какое-то обозначение. Так, смотрим. Коннектор под чашку со ступенечками. Очень. Ну, я люблю, когда есть ступенечки. На них, как бы, мне кажется, что резиночки лучше фиксируются. Так, есть диффузор съемный. То есть можно как с диффузором, можно так и без диффузора. Ну и, конечно же, по логике, коннектор под шланг. Он у нас на о-рингах. И внутри нет никакого магнита. То есть, грубо говоря, все вот так вот максимально просто. Так, дальше у нас здесь есть комплект резинок. За это отдельный респект производителю, который кладет резиночки в комплекте, потому что не все резиночки подходят правильно. И производитель лучше знает, какие резиночки лучше подходят до его кальяна. Да, все идеально по размерчику. Окей, так, у нас здесь дальше идет еще одна. Здесь есть шланг, хороший soft touch и блюдечко. Вау! Ребят, смотрите, какое блюдце пиздатое. С гравировочкой, все как положено. Здесь созвездие и знаки зодиака Стархука. Окей, с первым кальяном мы разобрались, да, давайте я сейчас все это аккуратно уберу. И мы начнем открывать наш второй кальян. Угу. Так, идем к нашему второму кальяну. Сейчас я это... А давайте быстро соберем. Прям по-быстрому, по-шустрому. Так, я как понял, это вкручивается вот сюда. Ага, вот и, собственно, наш маленький первый минус, о котором я всегда говорил. Вот так. А нет, не минус. Знаете почему? Потому что нельзя делать пластиковую резьбу, в которой начинает врезаться резьба из нержа. Здесь же, конечно, соединение только на шахтах, и все это держится на стопорной шайбе, грубо говоря. Так. Так, шарики. Наши шарики. А, нет, здесь так, просто положили, какие были шарики по цвету, такие положили. Ничего, собственно, нового, ничего такого сверхкрутого о том, о чем я подумал. Да, типа зеленый шарик специально так положен. Пульки нестандартные, то есть они очень маленькие и не очень ровные. Это говорит о том, что, то есть на пульках есть ребро. Это говорит о том, что, возможно, это может сифонить. И если вы проебланите эту маленькую пульку, то альтернативу вам будет очень сложно найти. Это, конечно же, минус. Причем не хуёвый. Я больше предпочитаю, когда есть стандартный диаметр шариков, который можно либо заменить, либо найти альтернативу на рынке, да? Так, давайте попробуем вот так опустить. Не так. Значит, попробуем отпустить вот так. Да, вот так вот норм. Так, наше крутое блюдечко ставится вот сюда. Блять, я это, сука, уже где-то видел. Я это где-то видел. Знаете, про что я сейчас буду говорить? Про то, что если это пластик, а это, сука, пластик, а блюдце металлическое, то вот этому месту, скорее всего, придет пизда. И мы, сука, сейчас это проверим. Вот прям реально, я вот сейчас это проверю. То есть прецедент такой уже был с кальянами РФ, когда просто накладка плавилась, когда на блюдце лежали угли. А блюдце предназначено для того, чтобы на нем лежали угли. Так, что касается резьбы, то она норм. Да, вполне норм.
Так, давайте диффузор тоже закрутим, чтобы было все в комплекте. Так, так. Резиночки очень хорошие. Так, ну в целом, ребят, я скажу, что выглядит очень интересно, хотя и очень по-простецки, да? Но цвет все-таки подкупает. А вот цвет основания, я не знаю, то ли мне это нравится, когда он в цвет, то ли мне это не нравится и охота какого-то контраста. По исполнению я скажу, что в целом норм. То есть, ну, норм. Нужно сейчас осталось только на нем покурить, и будет здорово. Так, идем к нашему второму. А, стоять. Блять, если сейчас то, о чем я сейчас думаю, сбудется, то у меня есть плохие новости. Да, как я и думал, а мундштуков в комплекте нету. То есть шланг, кальян желтый, черный шланг, а вот желтого мундштука ребята не положили. Это минус для комплектации. Но как бы многие скажут, все привыкли курить со своего шланга, там, да, но который ему удобен, но охота ведь полный комплект, да? Так, давайте смотрим нашу модель Орион. Я их не видел, я не видел фотографии. То есть я не могу примерно предположить, какой здесь кальян. Но я надеюсь, что модель Орион из Пика не только, то есть надеюсь, что это не тот же кальян, просто другого цвета. Ну тут вообще, блядь, без претензий. Прям реально без претензий. Ёб твою мать. Вы только посмотрите на это охуевшее основание, которое очень тяжелое, с охуительным качеством, с этого, как его, полировки. И очень-очень грамотно выглядит. Так, это уже посерьезней. Ого! Меласса уловитель, меласса киллер, муассель хуилер. То есть напишите правильно, как это, сука, называется. Либо напишите так, как вы это называете. Я нихуя не понял. Не, парни, я ошибся. Это что-то другое. Так, ща разберемся. Подождите, здесь что-то интересное. Так, это откуда? Ага, окей, сейчас будем разбираться. Сейчас будем все собирать. Так, есть нижняя погружная, есть верхняя шахта, есть нержавеющее основание, и есть вот эта ебаня, которую я не понимаю, куда я ее должен буду пристроить. Ну а давайте, собственно, все это собирать. Так, здесь, в принципе, все дальше идет также, грубо говоря, по стандартной. Надеюсь, будет круто, если здесь на блюдце будет другой принт. Да, здесь другой принт, здесь планеты и примерные какие-то сечения планет. Давайте шланг доставать не будем, а покурим, грубо говоря, с одного шланга, потому что все равно в комплекте нет мундштуков. Ага, это вот так должно было быть. Поролон так немного протемнел, как будто на нем бомж спал. Знаете, вот старые матрасы, на которых бомжи спят. Примерно вот то же самое. Давайте, собственно, сейчас я это все соберу. Я пока реально не догоняю, для чего нужна вот эта деталь. Примерно даже не могу представить. Так, шланг у нас там остался. Все, я вроде все вытащил так, чтобы ничего не осталось. Ладно, давайте собирать. У нас есть основание, есть верхняя и погружная шахта. Я уже знаю, как это все собирается. Так, погнали. Ну, уже выглядит прям классно. А, вот так. Так, здесь пульки желтые. Ну, туда бы они лучше подошли бы для полной комплектации, да, чтобы было все прям в виде желточка. Сейчас все откроем. Так, здесь пульки тоже нестандартного размера, если одна из этих пулек проебется, и они также все с ребрышками и очень кривые, заусенчиками, то, скорее всего, если что-то будет неправильно лежать, то он начнет сифонить.
а это не есть хорошо. Так. Давайте попробуем вот это опустить. Вот это опустить вот сюда. Ёб твою мать, блядь, дожил нахуй. Бля, парни, я просто реально не догоняю. Бля. Ебняк, пиздец. Вот это не залазит почему-то. То есть, если я сейчас это засуну, я не смогу потом это вытащить. Все, ебать, приехали нахуй. Да, вы не можете собрать. Ага. Смотрите, я нашел. Вот, это вот так идет. Да? Да, это вот так идет. Ага, все, парни, пошла движуха. Ебать, я справился. Во, во, ебануться, я сам... А, все, я понял, что это такое. Короче, он отсюда продувку делает. Очень хитро, ребята, прям пиздец мне озадачили меня и сделали так, что я нихуево прям подумал. Ну, в целом, сейчас скажу. Так... Так, тоже здесь уебеним сейчас. А, диффузорчик. И поставим все это вот сюда. Так. Ебать, я затупил просто. Я реально, блядь, не знал, как это все, сука, собрать. Так, у меня есть два кальяна, есть один, грубо говоря, шланг без мундштука, есть две чашки с сальшахой, и я про этот продукт сейчас расскажу, но скажу вкратце. Продукт ебанутый, то есть прям вот курить и курить. Вкусно, сука, дымно. Так, сейчас прервемся на маленькую паузу, но ты даже не успеешь этого заметить. Опа, вуаля, блядь. Короче, смотрите, что мы сделали. А, сюда мы забили альшаху. Цитруса в плане апельсин, а сюда малинку. А ребята сказали, которые вот тут, блядь, целая толпа сидит, вы их просто не видите, сказали, охуительно, да? То есть, год назад альшаха была зашкваром полнейшим, прям вот пиздец-пиздец. А сейчас, когда поменяли технологии, и ребята поняли, что делали хуйню, сейчас альшаха просто за свои бабки секс. Так вот, что я сделал с этим кальяном? И ему уже пизда. Ему уже пизда, я вижу, как он плавится. Короче, это и есть большая проблема. Вот, ребята, вам сразу на будущее говорю, на вот эту, бля, ебать, он плавится, нахуй. Жалко, конечно, да? Я положил сверху там несколько угольков, и это все начало плавиться. То есть буквально прошло меньше 5 минут, и я просто вижу, как это все плавится. Смотрите, парни. Все, кальяну уже пизда. То есть, дай-ка дело. То есть кальян автоматом становится непригоден для работы в кальянных, потому что чаще всего какое-то количество углей все равно скидывается на блюдце, и блюдце нагревается. Соответственно, после нагрева блюдца нагревается пластик. Я не знаю, как ребята об этом изначально не подумали, но... Шахта, вот если я бы оставил бы на ночь, а я любитель оставлять угли на блюдце на ночь, то у меня бы под утро шахта была бы, ой, блюдце было бы здесь, да? То есть провал, полнейший провал в плане того, что не продумано. Нужно ставить какую-то металлическую залупку, да, то есть так, чтобы жар немного рассеивался.
Я больше чем уверен, что с этой моделью будет примерно то же самое. Но с ней экспериментировать не буду. А, все, что нужно, мы сделали. И бать, блядь, прям на масленицу нахуй. Ладно, погнали. А, давайте начнем с модели Орион. Я примерно посмотрел цены и посмотрел комплектации. Стархука, где мои, сука, мунштуки? Почему у меня их нет в комплектации? Они у вас есть. Либо у меня, ебать, дешманская, хотя у меня не дешманская комплектация. То есть я сейчас примерно скажу. А, шахта, блюдца, уплотнители и шарики для продува. А, у меня, скорее всего, базовая комплектация плюс комплект колб. Да? Но очень похоже на стандартную комплектацию. Это шахта, блюдца, уплотнители, шарики для продува, силиконовый шланг и мундштук. Где мундштук? Так, идем дальше. Теперь давайте поговорим о ценах. Орион в стандартной комплектации всего лишь плюс-минус 7 тысяч рублей. За вот эту модель из нержи и всего остального, да? А, это розничная. Соответственно, я бы назвал бы, наверное, цену опта, то вы бы, наверное, охуели, сказали бы, бля, доступная цена. Поэтому просто переходите на аккаунт Стархука и смотрите у них во вкладочках самое, типа, ну, хайлайт, да, моменты. И там вы увидите цены. Так, а комплект спика, который поплавился. Бля, жалко, пиздец. А, его цена, грубо говоря, 6700. А, разница между ними, грубо говоря, в какой-то доступности именно маленькая, но учитывая, что он плавится, то его просто можно будет просто убрать. А, конечно же, здесь все гораздо круче и лучше, наверное, купить модель Орион. А, но по хорошему опту цена просто копейки, просто реальные ебейшие копейки. Погнали рассказывать про технические характеристики данного кальяна. Начнем с Ориона. По тяге. С диффузором. Диффузор, в принципе, справляется хорошо со своей задачей. А тяга чуть-чуть легче средней, то есть, ну, вполне нормальная. То есть, самая базовая тяга, которая есть сейчас на рынке. То есть, максимально удобная. А внешний вид хороший по продувке. Давайте продуем, просто мне интересно, как это работает. Илон Маск, сука, завидует, блядь. Охуительная продувка. Ну, круто. Круто. Прикольно. Я еще тот долбоеб, оказывается, Стархука мне прислали видеоинструкцию, как эту штучку установить, но я же долбоеб, я же не смотрю видосы, которые мне скидывают, чтобы не казаться тупым, да? В итоге, блядь, на миллион людей кажусь тупым. Курица нормально, хорошо, блюдце с гравировочками круто, основание из нержи круто, цена нормальная, то есть 7 тысяч рублей за кальян вместе с колбой, это стандартная комплектация с мундштучком, вполне ок. Все нормально. А, давайте теперь вернемся к нашей модели под названием Спика. Бля, жаль, конечно. А я знаете, что, ребят, предлагаю? А давай, ему уже пизда. Давайте сейчас его просто до талого положим. Якобы я оставил угли на блюдце и пошел спать. Они как раз, в принципе, маленькие. Ну, вот такие, да? Давайте сейчас набросаем. Ну, я вот просто скинул рандомно на блюдце угли и пошел спать. Да, вот так вот. И пошел спать. А потом я вам по крупным планчикам в конце покажу, что же с ним произошло. Также пускай это будет на заметку производителям. Ребятки, смотрите обзоры на другие кальяны, и вы поймете свою ошибку. Ну, Альсаха, сука, секс. Вот реально говорю, вот, блядь, не пожалеете своих там 150-130 рублей, купите, блядь. Либо они будут, скорее всего, на выставке, потому что они широкими шагами заходят на публику. И вот попробуйте просто. А здесь уже стандартная продувочка снизу. П-
По тяге, в принципе, то же самое. То есть, ну да, хули я выебываюсь, разная тяга, если трубочки все одинаковые. Но давайте теперь поговорим о конкретике данных кальянов. А это круто. Реально, Орион выглядит топ. Есть некоторые схожества, я даже могу примерно сказать, что на что похоже, да? Вот эти штучки похожи на душу, да, либо на крафт-хука. Основание ни на что не похоже, и все. Так вот так назвал, да, все схожесть. Короче, тут потихонечку идет пиздец. Прям жалко на самом деле, что такое возможно. Но реально нет этого разделительного кольца, который мог бы как-то что-то исправить, да, в данном моменте. То есть, представьте, вы покупаете кальян, курите на нем, оставляете угольки на шахте. Вот напиши в комментариях, вот после покура, во время покура, ты скидываешь угли, которые, допустим, перегревают чашку, ты докурил, а вот ты скидываешь их на блюдце, вот на ночь ты так оставляешь, либо на какой-то большой промежуток, ты же оставляешь это все, правильно? И представь, ты утром просыпаешься на твоем новом кальяне вот такой вот, сука, омлет. Яичница, блядь. Она сейчас скоро стекать начнет. Вот это огромный минус, блядь. Вот даже вот после этого момента про продукты можно не говорить. То есть это эпичный фейл. Прям вот эпик фейл, чтобы такое произошло. Я говорю, ребята, производители, моментально учитывайте данный момент, потому что, возможно, из 50 человек найдется, сука, один, который, как я, заебенит блюдца. Я на это сразу обратил внимание и думаю, надо проверить. Возможно, я думал, что это типа инженерный пластик, да, там полицеталь, который жаростойкий. А, возможно, это тоже полицеталь, но не такой, допустим, жаростойкий. Я не знаю, просто оставим как есть. Просто оставим как есть. А в целом, кальяны пригодны для курения. У них прикольная комплектация. Есть своя коробочка, да. А есть какой-то стиль, есть какой-то дизайн. Но вот это что? Блядь, ну, мне жалко. Возможно, я слишком жесток, да, сейчас с производителем, но... Но, блядь, а как по-другому? По-другому никак. То есть, это тот момент, который я просто обязан был озвучить. Я бы так бы сказал бы, да, что кальян охуительный, охуевший, ребят, покупайте. А и вот такая бы хуйня с кем-то произошла. Ну, это ж пиздец. Поэтому я вам сейчас покажу все крупненьким планом. И вы решите сами. И пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. А это был Дава Дым, это Ростов-на-Дону, кальянный ГС Лаунж и кальяны Стархука. Он прям еще желтенький, как будто желточек текет. Всем пока-пока. Я же говорил, блядь. Я же говорил, что он расплавится, нахуй. Это было ежу понятно. Пиздец, блядь. Не, охуенный, сколько? 6-7 тысяч, я бы купил. Ты пизда, блядь. Ты разочек покурил, да? Не, ну, блядь, я вот в этом...